Здравствуйте, ребята! Сегодня с вами я, Ирода Бахтияровна. У нас тема урока – диаграммы. Что такое диаграмма и откуда появилось это слово? Диаграмма взята из греческого слова, которое обозначает изображение, рисунок, чертеж. Графическое представление данных, позволяющее ее быстро оценить. Обратите внимание на это, быстро оценить соотношение нескольких величин. Какие же бывают диаграммы? Рассмотрим основные типы диаграмм. Диаграммы и линии. Посмотрите, их называют еще графиками. Диаграммы линии или графики – это тип диаграмм, на которых полученные данные изображаются в виде точек и соединяются прямыми линиями. Это диаграммы-графики. Диаграммы области. Диаграмма области – это тип диаграмм, схожий с линейными диаграммами, способом построения кривых. Но чем же они отличаются? Отличаются они тем, что область под каждым графиком заполняется индивидуальным цветом или оттенком. Посмотрите, вот здесь синенький, да? Здесь темно-синий, сиреневый, голубой. То есть каждая область закрашивается. Столбчатые и линейные диаграммы. Их называют еще гистограммами. Мы с вами еще пройдем статистику, и тогда нам эти диаграммы понадобятся. Посмотрите, здесь есть два луча, и соотношение этих величин показывает диаграммы. Круговые диаграммы, их называют еще секторными диаграммами. Вы знаете, что части круга называются секторами. Радиальные – это очень интересные диаграммы, они похожи на паутину. Здесь, в отличие от линейных диаграмм, есть несколько осей. Там две оси, а тут несколько осей. По каждой из них производится отсчет от начала координат. И поэтому они похожи на паутину или сетку, поэтому их называют также сетчатыми диаграммами. Давайте рассмотрим пример на задачу с диаграммами. В классе 25 учеников контрольную работу по математике на 5 написали 8, на четверку 12, на тройку 5 учеников. Составьте диаграмму результатов контрольной работы. Что нам здесь нужно сделать? Для начала мы сразу посмотрим, да, сколько у нас учеников написали на 5, на 4 и на 3. Составим таблицу. Вот такая таблица нам поможет составить диаграмму. Вот наша диаграмма, которая показывает результаты контрольной работы по математике. По горизонтали у нас оценки, а по вертикали у нас количество этих оценок, то есть 8, 12 и 5. Обратите внимание, над каждым столбиком написана его величина. Результаты контрольной работы можно показать и на круговой диаграмме тоже. Посмотрите, здесь тоже они отличаются цветом. Следующее задание. Теперь уже попробуйте сами вместе со мной выполнить данное задание. Определите по диаграмме первый вопрос. В какой день туристы прошли больше всего километров? Вот у нас дни недели. Это сколько километров прошли туристы каждый из этих дней. Сразу наглядно видно, что в четверг они прошли 15 километров, то есть самую длинную дорогу. Второй вопрос. Сколько всего километров прошли туристы за весь поход? Здесь надо уже вычислить.
то есть найти сумму всех километров. То есть мы прибавим понедельник, сколько он прошел, во вторник, в среду и так далее. Здесь очень наглядно видно каждый день, сколько километров прошел турист. И наш ответ – 85 километров. Этот ответ, надеюсь, совпал и с вашим ответом. Второе задание. Посмотрите, тут дана диаграмма. Диаграмма для каждой фирмы. Вопрос. В каком месяце объем продаж в третьей фирме превысил объем продаж во второй фирме? Вторая фирма у нас обозначена красным цветом. Третья фирма обозначена у нас желтеньким цветом. И посмотрим, где же у нас желтый столбик выше красного. Конечно, здесь низкий, здесь совсем низкий. А вот в апреле месяце он уже выше. То есть ответ в апреле месяце. Следующий вопрос. Оцените объем продаж в первой фирме в январе и феврале. Посмотрим. Первая фирма у нас обозначена зелененьким цветом. В январе зеленый цвет достиг определенной высоты. В феврале то же самое. И, о, посмотрите, столбики-то одинаковые. Значит, как мы оценим? В феврале и в январе объем продаж в первой фирме был одинаковый. Четвертый, следующий вопрос. Какая фирма к концу шестого месяца обогнала остальные, а какая отстала? Шестой месяц у нас, шестой месяц, июнь. Сразу видно, самый высокий столбик – это столбик первой фирмы. Она обогнала всех. Самый маленький столбик – это у нас красненький, то есть вторая фирма отстала от других. Вот это называется читать диаграммы. В 2021 году Узбекистан пройдет международные исследования ПИЗА. И в этих исследованиях будут подобные задачи. То есть вы должны уметь графики и диаграммы читать грамотно. Вот эта задача из международных исследований ПИЗА. Она называется «Продажа музыкальных дисков». Давайте ее рассмотрим. В январе были выпущены новые компакт-диски музыкальных групп. Эти группы – рокеры, кенгуру. А в феврале последовали компакт-диски музыкальных групп «Ночные птицы» и «Металлисты». На следующей диаграмме показаны продажи этих дисков с января по июнь месяц. А теперь рассмотрим с вами вопросы. Вопрос. Сколько компакт-дисков музыкальная группа «Металлисты» продала в апреле? Обратите внимание, вопрос похож на вопрос предыдущей задачи. Значит, у нас «Металлисты» продала в апреле месяце. Посмотрите, «Металлисты» у нас обозначены светлым столбиком. И в апреле месяце он поднимается. Ответ у нас 500. Обратите внимание, вот в апреле месяце 500. Следующий вопрос. В каком месяце музыкальная группа «Ночные птицы» в первый раз продала больше своих компакт-дисков, чем музыкальная группа «Кенгуру»? Значит, «Ночные птицы» должны быть выше, чем «Кенгуру». «Кенгуру» вот у нас, да? И «Ночные птицы» следующие. Обратите внимание, «Кенгуру» у нас вот здесь выше, «Ночные птицы» ниже. А здесь у нас уже ниже, и «Ночные птицы» выше стало. То же самое, та же самая тенденция и в мае месяце. Но вопрос звучит как? Первый раз продала. Значит, ответ у нас апрель месяц.
Следующий вопрос из международных исследований. Менеджер группы «Кенгуру» обеспокоен тем, что количество проданных компакт-дисков уменьшилось с февраля по июнь. Ну, популярность спала. Каков прогноз объема продаж в июле, если продолжится такая же отрицательная тенденция? Давайте посмотрим. «Кенгуру» у нас вторые столбики. Вот вторые столбики, да? Вот понижается, понижается и понижается. То есть отрицательная тенденция пошла. Вот показана этой прямой линией. Как найти ответ? Для этого мы продолжим эту тенденцию, прямую линию, и сравним. Значит, посмотрите, оно меньше, чем 500, но больше, чем 250. Мы должны выбрать примерный ответ. И ответ около 300 компакт-дисков. Там могут быть ответы даны в виде вариантов. И вы можете выбрать вариант, который ближе к 300. А теперь, ребятки мои, задание на дом. У Мадина в аквариуме живут 20 рыбок. Из них 5 барбусов, 5 золотых рыбок, остальные гуппи. В тетради нарисовать столбчатую диаграмму, отражающую разнообразие рыбок, живущих у Мадины. Обратите внимание, остальные гуппи. Значит, мы для начала должны определить, сколько рыбок гуппи есть в аквариуме, а потом составить таблицу и по таблице уже построить диаграмму. Следующее домашнее задание – нарисовать диаграмму, отражающую рост членов состава вашей семьи. По ней определить самого высокого и самого маленького члена семьи. Тип диаграммы выберите сами. Задание оформить красочно на отдельном альбомном листе. Спасибо за внимание. Всего доброго!